Мероприятие проходит в течение всего дня. Uh-huh. Это интересно как взрослым, так и детям, соответственно, семьям. Это, еще раз повторю, хорошо, что совмещено вместе с Днем города, с Днем района, что как раз увеличивает количество людей, которые посещают. И плюс сама площадка, то, что это наш музей областной, то, что это вот территория конного двора, она оживает, она превращается в такое некое сказочно интересное пространство, где матрешка оживает. Представлены также и подмосковные наши промыслы, помимо Сергия Посадского. И тут и вербилки, здесь у нас и елочка, тут и другие промыслы. То есть то, что так или иначе связано с народным художественным промыслом, все есть. Плюс еще вот дополнительные активности, тут и концерты, и хор выступает, и какие-то такие дополнительные вещи, которые очень интересные. И профессионалам, то есть тот, кто производит, да, продукцию, и, соответственно, потребитель. То есть совмещение промысла и творчества, и такой вот народно-интересной составляющей.